Всем здорово, с вами Андроид. Андроидыч сегодня хотел рассказать о достаточно интересной словесной игре, которая называется «Лучшие загадки, ребусы и шарады». Что же себя она представляет? Ну, как вы поняли, вы будете разговаривать загадки, решать ребусы и также решать различные шарады. Давайте перейдем непосредственно к каждому из разделов. Это, например, раздел «Загадки». Нажимаем на «Загадки», и я вам объясню, в чем принцип. То есть нам дается описание какого-либо предмета в стихотворной форме, и мы должны догадаться. Так, давайте прочту. Две антенны на макушке, а сама сидит в избушке. На себе ее везет, очень медленно ползет. Ну, мне кажется, это улитка. Очень подходит. Так, улитка. Ну-ка, я угадал? Да, я угадал. После того, как мы ответим, нам дают какие-то алмазики и звездочки. Так, давайте еще какую-нибудь. Он с усами, словно жук, пассажирам лучший друг. Коль над ним есть провода, отвезет вас хоть куда. Ну, это ясно, троллейбус. Тут, мне кажется, любой из вас догадается, что это троллейбус. Помимо этого, в игре есть подсказки, которые вы сможете использовать. Ой, что-то я пропустил. Буква 2. Троллейбус. Угадал. А есть подсказки, они находятся сверху. Нажимаем подсказки, можем открыть букву, убрать лишнюю букву, показать ответ или спросить у друзей. Ну, как вы видите, тратятся кристаллики. А для того, чтобы потом их заработать снова, нам нужно или посмотреть видео, выполнить задание, или их приобрести. Так, дальше давайте посмотрим, какие у нас еще имеются здесь. Имеются также ребусы. А что из себя представляет ребус? То есть это загадка из картинок, да, и нам нужно из букв и определить, что это за слово. Так, написано буква «Я» и «Майка». «Ямайка», точно, «Ямайка». Это достаточно простой ребус. «Ямайка». Угадал. Так, давайте еще какую-нибудь угадаем. Так, какая-то непонятная. «Хло». «Пушка». То есть это, видите, слово «хло» и «пушка». Значит, это «хлопушка». «Хло». Так, «хло». «Пушка». И вот таким образом мы с вами сможем отгадывать. Очень приятное оформление данной игры, все красиво сделано, очень приятно в нее играть. Так, и последний у нас получается осталось шарады. Тут шарады себя представляет слово, которое нужно сложить из слогов. То есть нам пишут какие-то предложения и какие-то слоги будут возникать, и мы сможем, подставляя в это слово, отгадывать. Давайте прочтем. «Моих три первых буквы произносит, когда врага к мышей к себе манят. Вторых три буквы в дом приносит на Рождество, когда особенно хотят. Детей порадовать, а целые едят». Но мне кажется, это слово кисель. Точно, кисель. Ну-ка, кисель. Кисель. Ну-ка, угадал я, не угадал? Кисель. Да, я угадал. И вот таким образом мы сможем с вами отгадывать эти слова. Так, давайте еще попробуем. Первое мычит, второе жужжит. Целое спокойно на голове лежит. Что же такое у нас? Не так просто. Волосы, может? Нет, не волосы. Так, кисель, подождите, волосы. Ну-ка. Может, волосы? Волосы. Угадал? Да, я угадал. Видите, я написал, я умница. А всего в игре имеется около 300 загадок, 100 ребусов и 160 шарад. В ближайшем будущем будут они обновляться и будет их гораздо больше. Поэтому, если вам нравятся такие игры, то эта игра однозначно для вас. А с вами был Андроид Андроидыч. Всем пока!